Всем доброе утро. Утро начинаю с наших курочек. Он Петручи гуляет со своим сынулем. И курочки гуляют. И там еще один петух. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения, всего-всего самого хорошего. Еще раз здравствуйте. Еду в город. Мне надо купить лекарства. Ну и за квартиру заплатить. Сейчас пойду, 5000 только заплачу за квартиру. Да, меня спросили, Настя, ты нашла себе деньги на дорогу? Да, нашла, ребята. 1500 я себе отложила на дорогу. Так что не переживайте, на дорогу у меня деньги есть, чтобы в больницу ехать. А там уже будем действовать по обстоятельствам. Так что вот такие вот дела. Сегодня у меня, кстати, Ваня остался дома. Потому что что-то у него немножко соплики и чуть-чуть покашливает стал. Поэтому оставила дома до понедельника. Посидит, а понедельник муж его уже отведет. Чуть-чуть подлечимся. Ладно, еду в город. Все, дорогие друзья, съездила в город, заплатила за квартиру. 4000, короче говоря. У меня там сидит Ванюша, сегодня его дома оставила, да, Ваня? Оксана, покажи, какие наушники мама тебе взяла. Оксана сегодня взяла наушники, потому что у нее те в наборе большие. Дай сюда наушники, я говорю. А, ну вот обычные. Давай покажем, какие. Вот с такими силиконовыми взяла, потому что у нее были с пластиковыми, и они очень ей большие были, в ухо не вставлялись. Поэтому купила такие. Также зашла, купила сироп солодки. И сейчас скажу, который, как он называется-то? Пертусин. Лекарство от кашля взяла, потому что дома все закончилось. Так что вот так вот. Ваня там сидит, рисует. А, нет, читает. Ты читаешь, да, Ваня? Вот такие вот дела. Погода сегодня у нас что-то прохладно, так, знаете, на улице. Но ничего, справимся. Все, заплатила за квартиру, слава богу. Осталось сегодня еще заплатить за садик 2000. И все. И на другу у меня остается 1500. Вот так вот. Ну, посмотрим. Самое главное, за квартиру заплатила. Полностью все заплатила. И сейчас подавала, звонила, подала данные на воду. И все. Месяц заканчивается, пора подавать все везде. Так что вот так вот, как-то так. Ребята, сходила уже в садик. Извините, Ваня капризничает, поэтому вы будете его слышать. Он, видать, болеет у нас. Что-то приболел немножко. Зашли мы в магазин. Сегодня Надя целый день как совраска. Вот в город съездил, считай, весь день потерял. Так оно и получается. В целом, что взяла? Деткам повидло взяла. На развес у нас тут бывает привозят. Очень вкусное, кстати, повидло. Потом кексики свежие привезли. Печеньки деткам взяла. И 3 литра молока. Вот такие вот все мои покупки. Больше ничего такого не брала. Сейчас отнесла Марине яйцо, все доделала, пасхальное яйцо, куриное, все. Голова ничего не соображает, вот честное слово. Короче, яйцо доделала, отнесла на выставку. Сейчас начала еще одно вышивать девочкам в школу. До воскресенья успею вышить, и я там девочке в школу везут. Хотела вам показать, как у меня лук, ребята, вырос. Смотрите. Видите, как хорошо растет? Лутек мой. Прям глаз радует. Ладно. Всем хорошего вечера и всего самого хорошего. Всем доброе утро. Утро мое начинается, как, конечно же, с причесок у девчонок. У Марины, так как самые длинные волосы, поэтому я всегда ее заплетаю самую-самую первую. Потому что дольше времени уходит. Марина волосы очень такие, знаете, шелковые, можно сказать. Они у нее быстро расплетаются, поэтому я всегда заплетаю или две косички, или хвостик косичку, что-то в этом роде. Ну и вот сегодня тоже мы решили заплести две косички. Марина сказала две косички. Вот я сначала делаю два хвостика, а потом уже делаю косички. У Марины уже, кстати, волосики до самой попы. Хочу летом запарить березовые веточки и укрепить немножко березовым раствором таким волосики. Как думаете? Раньше у меня бабушка, помню, укрепляла
Вот и здесь тоже укрепим. У меня все сегодня дома. У нас субботний день. Суббота это. И все дома. Сегодня баню затопили. Марина, кстати, у меня тоже что-то прикашляла немножечко. Поэтому, скорее всего, я их в понедельник в садик не поведу. Видите, какие длинные у Мариночки волосики. Прям на ура. Ванечка тут довольна сидит, улыбается. И Катя лежит. Ваня сегодня все утро рисует раскрасками. Поэтому, извините, на столе лежат куча раскрасок. Так что вот так вот. Сейчас Марину заплету. И потом буду заплетать уже Машу. И да, хотела поотвечать на несколько вопросов от моих подписчиков. Так, по поводу последнего видео, где говорили по поводу того, что я купила Егору вот газировку, финики. Это просто Егор просил, но едят они все вместе. Потому что Егор никогда он один не ест, он всегда со всеми делится. Поэтому сразу говорю, что едят они все вместе. Так что вот так вот. Дальше. Ой, сейчас найду вопросик еще. Также многие недовольны то, что я Оксане не даю телефон в школу. Объясняю, почему пока не даю. Оксана им еще не научилась пользоваться. Пусть она хорошенько научится. Она пока еще учится звонить по нему. Пока у нее она путается немножко, поэтому мы с собой даем кнопочку. Да и спокойнее. Потому что бывают такие случаи, что ребенок какой-нибудь возьмет, потом забудет отдать и получится так, что нехорошая ситуация. Поэтому мы решили, что пока Оксана походит с кнопочным, она с кнопочным уже научилась пользоваться. Но она и довольна даже с кнопочным ходить, если честно. И я, видите, боюсь, то, что он разрядится. Этот телефон всего на 2000 мА батарея, поэтому разряжается он быстро. Так как он самый дешевый, сами понимаете. И поэтому мы решили, что кнопочный на дольше заряда хватает. Поэтому она с ним будет пока ходить. Но это ничего страшного. Она как научится пользоваться сенсорным, она обязательно будет сенсорным ходить. И хочу огромное сказать спасибо всем, кто ее поздравил. Очень много людей поздравил. Очень много написали разных приятных слов. Огромное-огромное вам спасибо. Дай Бог вам крепкого здоровья. Ребенок очень рад. Я ей читаю. Я всегда всем детям читаю поздравления. И они довольны очень остаются. Ладно. Вот наконец-то всех ребятишек я уже заплела. Все довольны, все с косичками. Ну, я всегда косички заплетаю. Напишите, как вы заплетаете. Всем всего самого хорошего. Да, ребят, по поводу цепей. Это бижутерия. Что у меня, что у Егора, это обычная бижутерия. Поэтому на золото, извините, пока еще не заработали. Даже на серебро не заработали. А эта бижутерия нам просто подарили, поэтому мы их одели. Дальше, по поводу ванильного сахара. Хочу сказать огромное спасибо, что подсказали, что можно в обычный сахар купить обычный ванилин, положить и перемешать. Получится ванильный сахар. Попробую, сделаю. Огромное спасибо за то, что за такую подсказку. Спасибо также хочу сказать по поводу торфяных горшочков. Мне подсказали, как сделать для того, чтобы когда буду высаживать в землю уже помидоры. Сейчас я их пересажу, а потом получается мне в эти торфяные горшочки надо будет дно отрезать для того, чтобы посадить в землю и хорошенько-хорошенько смачивать. Ну ладно, попробуем. У нас уже день. Я иду до подруги. Надо, она попросила ей укол поставить. Она сейчас укол ставит. И некому поставить. Вот позвонила, говорит, можешь прийти? Я говорю, сейчас прискочу. Да, Тайсон, привет! Ладно, идем поставим укол, а потом мне надо в город еще съездить по делам. Сходила я уже подруге, поставила укол, пришла домой, все сделала. И сейчас мне надо съездить в город по делам еще по каким. И потом приду, надо будет готовиться уже. Документы все приготовить, завтра уже ехать в Пермь. Честно, очень сильно переживаю, очень сильно нервничаю. Даже какой-то страх есть. Ладно, едем в город. Съездила, дорогие друзья, в город. Взяла хлеб, 3 булки. Ну, в город я ездила по делам. Не буду говорить, для чего. Потом взяла сыр. Хочу свеклу отварить с сыром и с чесноком. Сейчас покажу дальше, что взяла.
Так, ну свеклу взяла обязательно. Взяла лук. У нас лук, потому что дома очень быстро заканчивается. И деткам бананы купила. Дальше еще здесь в овощном магазине. Ой, достать не могу. Взяла яблочки вот такие вот. По акции по 55 рублей пакетик взяла. Так что вот такие вот. Ну, остальное потом все покажу, все, что взяла. Так что вот так вот. Маша с Мариной посуду моет. Маша сидит здесь внизу, потому что она не хочет попадать под камеру, а Марина там моет. Ваня у меня что-то раскашлялся сильнее, и Марина закашлялась сегодня. Поэтому в понедельник они у меня в садик не пойдут. Останутся дома. Подержу их на больничном, пусть подлечу их. Начала сиропчики им давать от кашля. Так что вот такие вот дела. Ладно, пойду чай попью. А то что-то приехала с города, аж голова шумит. Так, дорогие друзья, еще я заходила, брала, как вы знаете, Света учится у меня делать маникюр. И ей надо кое-что для маникюра. Вот эти вот планшетки взяла, это она здесь. Лак, да, ты будешь делать? А здесь будет писать маркером. А у нас маркера нет, сбегаешь, купишь? Маркером будет номер лака писать. Вот такие вот две палетки, надеюсь, пока ей хватит. Потом там у специалиста спрашивал, какие пилочки взять. Вот одну на 100, на 180. Так, следующее, что взяла, это вот пилочки. Вот это вот 180 на 240 мне сказали для натуральных ногтей. А 100 на 180, если гель-лак есть. Где-то что-то подчистить, подпилить гель-лак. Вот такие вот две пилочки. Взяла, на вот потом как-то пометить, где какая, чтобы ты не забыла. Потом по распродаже взяла 4 лака. Они были по 75. Сейчас покажу, какие оттенки лаков. Это гель-лаки. Вот такой вот оттеночек. Красивый, да, Света? Золотой хотела взять, а золотого не было. Так, дальше. Я темный не выбирала. Я выбирала светлый. Вот такой вот. Вот он золотой, кстати, да. Но он только светло-золотой. Тут где-то еще один есть наподобие. Потом вот такой вот. Тоже с рекой перелив красивый. Голубовато-зеленоватый какой-то такой оттеночек. Решила взять. Девочки у меня такие любят, поэтому взяла. И вот такой вот оттенок тоже мне понравился. Почему-то не знаю. Хотела прозрачность с блестками взять, не было. И вот этот вот взяла. Он за 200 идет рублей. Большой тоже. Он с блестками идет. Вот такой вот красивый с блестками. Такой нежный оттенок. Тебе нравится такой? Ну, такие вот в целом у меня еще были покупочки. Но это покупочки для дочери, я ей давно обещала. Сегодня попробуем вечером со Светой. Сделаю я ей, попробую сама сделать маникюр, так как меня учила человек, который вот делал мне маникюр. И попробую сегодня сама ей сделать. Фрезерного станка у нас нету пока еще. Ну вот я сегодня смотрела, он стоит 1500. Светик у меня просит, но пока не берем его, потому что ну нету пока возможности. Как только будет, обязательно купим. И говорят, скоро у нас здесь откроются уроки, чтобы учить, как наращивать ногти, маникюрные, короче. Если откроется, я обязательно постараюсь туда пойти, тоже научиться, и, может быть, тоже буду заниматься этим делом. Ну, в целом, вот такие вот у меня покупочки.